чтобы ему было легче. Да, у него с камерой проблемы. У него проблемы с камерой, ну и я выручаю. Надо выручать папу. Мы едем, мы решили не в Макдональдс поехать, а в другой, в местный гамбургский магазин. И он, знаете, выглядит, как будто он из 50-х годов такая, знаешь, кафешка. Там сидишь вокруг на стульях, да-да-да. Она такая прикольная. Тебе же было бы интересно. Ну, я снимаю. Папа наш хочет снимать все. Да, он хочет снимать все. Я, может быть, здесь никогда больше не буду. Юрик, ты что про это думаешь? Я уже пятый раз приехала. Депрессивные какие-то мысли у тебя. Мне не нравится это. А реалистические. Пятый раз я приехала. Jesus packed in town. Yeah. Well, park somewhere else. Ну, что дальше-то снимать? Зайдем, когда будем заходить в кафе. А, окей. Хорошо, пап, я это... Спасибо. John Deere. Где? На машине. Это что, машина John Deere? Да это наклейки, люди любят же эту фирму. Они Наташа, вот это же почта, да? Да, вот это почта. Почту. Ну мы прогуливались и снимали. Ну что, видео, да, стоит почта. Боже мой, там у нас видео до конца жизни хватит. Вот и хорошо. Мы решили передумать, потому что там Думали, будем думать. Да, потому что там такая очередь. Сколько? Зайти туда невозможно. Даже зайти нельзя, там забито все по полной. Мы решили пойти в обычный Макдональдс, который резиновый и вместит всех и русских, и американцев. Поехали. Ага, около кафе видел. Люди там приехали на машине. Да, людей нигде нету. Люди постоянно спрашивают, что реально нигде нет людей. Ну где вы их видите? Все на машинах ездят. А чего ходить пешком, если можно на машине доехать? Все своих капсулах передвигают. Да. Слушай, а вот этот вот детский музей, да? Да. Надо с Алексом туда. Надо сходить. Хорошее место там. That's not McDonald's. Yeah? Mommy, Mommy, this is not McDonald's. Это не Макдональдс, Алекс, это Pizza Hut. Yeah. Да. Let's just go. Okay. McDonald's. Ура, Макдональдс. Макдональдс тоже забит вообще конкретно. Ну что, суббота? Суббота, время 12:45. Сказала, давайте дома приготовлю по-быстренькому. Что, на замороженном Макдональдс ездили тогда? Нет. Hey, stop, а what you want it? Really? Yeah. Что, Алекс? It's magic. It's magic. Вот это очередь в Макдональдс похавать. Никто не любит дома готовить. Мы тоже поехали. Смотри, в очереди на машину стоят. Да. Не говори. А мы решили пешком пойти. Пришли, уселись в Макдональдсе, мы решили заказать онлайн. Первый раз в Макдональдсе. Да. Как типа, ты себя чувствуешь первый раз в Макдональдсе? Отлично. Чувствую себя прекрасно. Вон там заказывают, ну все, с телефона. Можно подойти, а можно заказать вот здесь. Вон девушка в пижаме. Пришла в Макдональдс. И вот это тоже. Мне сейчас эта обстановка напоминает фильм «Криминальное чтиво», когда стоит, говорит, спокойно, это ограбление. Народу сколько? А что, тут все сидят себе спокойно. We have to ask. We will. А? Yeah. Соберем кошельки и уходим. Сейчас сижу, общаюсь со своими родственниками. Как там нам подписчица. Семьей. Одна подписчица пишет. Балдею, кайфую от того, что я с ними. И думаю, это не со мной происходит. Все так классно. Не знаю. А сынок мне говорит, ну что, пап, как там дела? Я говорю, да, отлично, классно. Он говорит, ну посмотрим, надолго ли тебе хватит. Блин, пока что-то я конца не вижу, насколько мне хватит. Кайфую. А у меня что, может, со мной жить будешь? Как будто так и надо. Если было все так просто, то что? Конечно, с удовольствием. Алекс себя свободно ощущает, пошел, сам встал, мусор попросил. Но он раньше боялся, я ему, это как сказать, я его еле-еле, Он дядя его идет. Что ты хотел сказать? Дядя идет, стакан несет, чтобы мы наливали. Thank you. А что наливать-то? Что хочешь? Пойдем. Mellow Yellow, это типа Mountain. Давайте наливаем. Яйца, сколько. Ну ты деревня. Что говоришь? Я говорю, ну ты деревня. Нихрена себе. Так. Я пошутила, если что, над родителями. Она бескалорийная. Бескалорийная. Oh, no, you're taking pictures. I want to be in that one. Oh, do you want to be in a picture? Дочь мне отдала камеру. Значит,
налили мы диетической колы. Вот такой. Говорят, она бескалорийная. Ну и классно. Она сейчас снимает, а мужик к ней подходит, говорит. Ну, смотрит, что мужик подходит. Думает, сейчас выключу, будет ругаться. А он говорит, вау, я думал, ты снимаешь. Сейчас хотел бы с тобой сфотографироваться. Thank you. Еду принесли. Это такое, картошка? Да, это картошка фри. Алекс, не надо этого делать. Это мой сэндвич. Да, конечно, можно. Чтобы лишнего не стояло. Потом, что это? Это алексовский чизбургер. Там нету пиклс. Он пиклс не любит. Я снимаю. Смотрите, котлета там или что? И сыр. Будем, давай, будем пробуй, попробовать. Пробуй на камеру. Как тебе? Там еще соленые огурцы. Соленые огурцы, да. Я себе чикеновский сэндвич взяла. Дяре тоже гамбургер, маме гамбургер. У нас с Дяре там одинаковое? Не знаю, наверное. Вкусно? Лав. Ну и картошка фри, как всегда. Ну как? Настроение после еды? Да ничего, объелся вот так вот. Хочу. У нас не любят картошку фри, а я обожаю. Мама сказала, что ей коробочки нравятся. Но... Да, вот такие коробочки. Но мне тоже они так красиво выглядят. Мы же из деревни приехали. Мы ничего не видели. Деревня. Она как городская пошла, поэтому. I'm American. You Russian. Ну, нам даже места на парковке не хватило. В это время, когда мы побежали. Да, мы пошли вот здесь остановились. Алекс, давай залазь. А где Алекса пока, Юра? Ой. Итак, мы поехали домой. Пап, говори всем пока. Всем пока. Покушали. Пока, пока. Покушали, все вкусно. Колу на халяву попили. На халяву. Два мы раза. Заплатили за нее. Два раза. Я вообще три раза. Не, ну я по половинке наливала. И льда там набухала. Алекс, говори всем пока. Алекс. Не хочет. Он релаксирует. Джеред, скажи всем пока. Всем пока. Всем пока. Ребята, мы сейчас увидели студентов. У них значок стоит. Вы сигналите. Мы бухаем за это. Сейчас мы решили еще раз проехать. Мы уже один раз посигналили. Мы сейчас еще раз вокруг проедем и посигналим. Окно открывай. Я тоже открыл окошко. Тут кондиционер же. Да ну а что теперь? У нас бы это как за митинг посчитали. Не санкционировались. Надо медленно ехать. Да медленно. Джер, slow down. Slow down. Slow down. Cute.